Привет, друзья, ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео, поехали! Политзаключенные Марии Колесниковой вернули книги Хокинга и Харари, которые раньше забрали прямо из камеры. Теперь она может продолжать самообразование, на которое она имеет право, сообщает пресс-служба Виктора Бабарико. Как рассказывала Еврорадио месяц назад, в жодинском СИЗО у Колесникова из камеры забрали книгу Стивена Хокинга «Вселенная Стивена Хокинга» и две книги Юваля Ноя Харари «21 урок для 21 века» и «Homo Deus. Краткая история будущего». Причины изъятия не сообщались. Также пресс-служба Бабарико передает, что у Колесниковой снова начались проблемы с перепиской. Правда, это не повод, чтобы ей не писать. Адрес для писем: тюрьма номер 8, улица Советская, 22А, Жодина, 222-160. Стоит отметить, что Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовные дела против лидеров оппозиции по подозрению в создании экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Об этом говорится в заявлении на сайте прокуратуры. Дела возбуждены в отношении членов Координационного совета, а также Светланы Тихановской. Генеральная прокуратура с учетом данных, полученных в ходе расследования Следственным комитетом уголовного дела в отношении членов так называемого Координационного совета по части 3 статьи 361 Уголовного кодекса, приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Максима Знака, Павла Латушка, Ольги Ковальковой, Сергея Делевского и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им, то есть совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361.1 Уголовного кодекса, говорится в сообщении. При этом в отношении одного из основателей фонда помощи для пострадавших от преследования властей «Байхелп» Алексея Леончика возбуждено уголовное дело в связи с финансированием деятельности экстремистского формирования. Кроме того, по поручению Генеральной прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении членов так называемого Координационного совета и иных лиц по части 1 статьи 357 Уголовного кодекса «Заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем», заявили в прокуратуре. Следует отметить, что члены Координационного сонета покинули Беларусь, опасаясь репрессий со стороны самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Напомним, Светлана Тихановская, Светлана Алексеевич, Мария Колесникова и ряд других лидеров белорусской оппозиции получили премию Европарламента имени Андрея Сахарова за права человека и свободу мысли. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик. А также не забудьте перейти на наш сайт, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.